Уже в чем проблема? Вот с этими институтами информаторов, с так называемыми народными прокуратурами, народной милицией и так далее. Потому что, смотрите, вот главные изменения произошли в 91 году. Парламент создан, суды созданы, новые органы власти созданы. Но чего нету? Эти демократические по форме институты контролируются элитами. Поэтому один Майдан был в 2004 году для того, чтобы у элит забрать монополию над контроль над вот этими представительскими институтами. Не получилось. 2013-2014 год тоже для того, чтобы общество контролировало эти институты. Не создавало свои какие-то, так сказать, народные институты, а вот контролировало вот эти институты. Тоже пока не получается. Сейчас временный компромисс. Верхи частично контролируют и низы. Почему вот эта проблема с прокуратурой состоит такая сегодня, вокруг прокуратуры? Создаются антикоррупционные прокуратуры, какие-то агентства, все равно вот нету содержательности вот этой демократической, которая бы заставили Генеральную прокуратуру, другие органы правопорядка работать в интересах общества. Они работают еще в интересах элит. Поэтому, если не получается взять под контроль